втором заходе сориентируем, где мишени снимут или кто-нибудь. Больше патриотический вопрос. И армия сейчас дает стабильность, гарантии, социальный пакет. Я командир танка. Это очень интересная, увлекательная штука. Вот. Учитывая, что мы находимся в Нижегородской области, то есть для меня даже климат не поменялся. Мне нравится здесь. Какой может быть настрой военнослужащего? Только вперед, ни шагу назад. У вас семья есть? Конечно. Жена, дети? Жена, двое детей. Как они отнеслись к вашему решению? Ну, учитывая, что мой старший ребенок уже довольно-таки взрослый, то есть она отчетливо понимает, что папа ее идет защищать свою родину. Она этим гордится. Не мог остаться в стороне. То есть как бы пришел выполнить долг перед Родиной. Вы раньше участвовали в боевых действиях? Да, приходилось. Можете рассказать, где это было? Ну, вторая чеченская компания. То есть поедете уже с пониманием? Конечно. Дела. Расскажите об этом. Ну, а что-то рассказывать. Есть такая профессия, Родина защищена. У вас наверняка воевал дед, прадед? Чувствуете какую-то связь поколений, ответственность? Да, дед это в Великой Отечественной войне участвовал, дошел до Берлина, все хорошо. Конечно же, есть связь с поколением. Какой настрой среди ребят? Не, настрой всех боевой, так что, то есть коллектив хороший. Решение принял о защите, как говорится, отечества, патриотизма. И, соответственно, служению Родине. Почему это важно? Это важно в первую очередь как для меня, для семьи, ну и для армии в целом. Настраиваю себя позитивно, восприятие положительное, обучаюсь, прохожу военную подготовку и, в общем, нацелен на позитив. Условия прекрасные. Атмосфера замечательная, патриотическая. В общем, работаем по обучению, военной подготовке. Ну как же, живет коллектив с позитивными мыслями, с прекрасным настроем на будущее. Почему приняли решение отправиться сюда? Потому что должен же кто-то защищать нашу родину, отечество. Благородная профессия. Как ваши близкие отнеслись к этому решению? Мои близкие, в целом, они меня поддержали. Если это мое решение, то, пожалуйста, давай. Мною гордятся. Многие были военными, прадед воевал, дед был военным эпидемиологом всю свою жизнь. Вот. И я решил тоже связать свою жизнь с военным делом. Какой у вас здесь, какая атмосфера здесь? Атмосфера здесь дружественная очень, достаточно, да. Кормят вкусно. Чему обучают? Обучают новой профессии, осваиваем танковое дело. Лично я учился на командира танка, только вернулся из командировки. Трудно быть командиром танка? Ну, надо быть постоянно на чеку. Класс. С каким настроем отправитесь? С отличным, с хорошим.